они откуда зайдут? Отсюда, да? В первую очередь, сегодня мы выполнили поручение двух наших президентов, которые еще в Санкт-Петербурге летом 2006 года договорились о том, что две наши страны ликвидируют вот этот такой рудимент холодной войны, когда между двумя странами, являющимися лидерами в развитии атомной энергетики, отсутствует соглашение о сотрудничестве в этой сфере. This agreement provides a framework within which we can work together to develop nuclear energy for peaceful purposes and within which we can make it available to other countries in ways which guard against the dangers of the spread of nuclear weapons. Девушки, значит, сначала... Если мы все правильно поняли.